Соня Алекси серьезно очень болела, ее поддерживали все американские фигуристы практически в своем инстаграме. Подробностей не знаю, но слава богу, что все наладилось. И сейчас мы ее видим, и они в отличной форме, и очень радостно. Итак, на лед выходят австрийцы Северин Кефир и Мариам Циглер. Замечательная пара, трехкратные чемпионы Австрии. Оба выступали в одиночном катании. Удачи, ребят, удачи. Итак, откатал австрийский дуэт Северин Кефир и Мириам Циглер, партнеру 27 лет, Мириам 23 года. Ну, довольно бодренько. Они откатали, конечно, техническая часть оставляет желать лучшего, но, тем не менее, ребята молодцы. А в общем и целом понравились. Ну, в общем и целом, да. Положительное впечатление оставили после себя. Северин раньше выступал с другой партнершей, Шина Мартини. Ее звали, они тоже неоднократно выигрывали чемпионат Австрии. И буквально 4 года назад он поменял партнершу. Ну, как видно, к лучшему, хоть начал выступать на серии Гран-при. Я помню, как он радовался тому, что он попал в эту серию. Мы можем наблюдать сейчас тройной подкрут. Вот это и есть ошибка на ловле, что я говорил, поймал в охапку, как говорится. Очень хорошо исполненный был тройной тулуп. Сегодня это единственная пара,
Которая прыгнула параллельный прыжок еще и чисто и на плюс. Которым удался, да, параллельный прыжок. Тодес, как глубоко входит партнер. Да, тут Тодес должны оценить хорошо. Тодес вперед внутрь. Обязательный в короткой программе. Два оборота просидел партнер. Ну, где-то третий уровень, я думаю. И выброс. Вообще, довольно чистенько ребята откатали для себя. Довольно чистенько. Вот честно, честно, мне не хватило широты. Широты катания. Ну, а ребятам есть куда расти, и они очень работают над этим. Вот поддержка. Довольно уверенно исполнена партнером. И партнерша там тоже не растерялась. Ну, партнерша, конечно. Кстати, еще хочу отметить заколку в цвет и в тему платья. Это тоже всегда смотрится хорошо, когда все детали соблюдены. 62,61 сотая набирают. Ну, не сезон бест, но довольно. Для ребят это хороший результат. Для ребят это очень хороший результат. Сейчас нам партнер показывал, видимо,